Так здорово покататься в солнечный день. А? Ха, крутой велосипед. Подумаешь. Воу, столько колдобин. Ай, как больно. Это так смешно. Чао. Я серьезно. Пока. Вот хорошее место для парковки. А где красная дорожка? Окей. Что ты делаешь? Убери свой велик с дороги. Вы нарушили правила парковки. Наказание – кулинарный баттл. А? Что это? Ничего не понимаю. Интересно, что внутри? Вау, сколько разных фруктов! Какая сочная клубника! Не терпится попробовать. Вот ваш первый челлендж. Эмма, у тебя фруктовые шашлычки. Молли, клубничный джем. О, я и забыла, что нужно готовить. Пора начинать. Я не стану портить свой маникюр. Что у нас здесь? Обожаю запах денег. Ладно, приступим. Такое мастерство вырабатывают годами. Ай, мои чудесные усы! О, да ладно! Хорошо, что на мне нижнее белье. Почему так долго? Куда он ушел? Похоже, все нужно делать самой. Я видела, как это делают мои повара. Положу вот сюда. Теперь возьму шприц. С его помощью вырежу фруктовые кружочки. Это очень просто. Киви почти нужного размера. Шприц удерживает все кусочки вместе. Осталось только вставить шпажку. Пожалуйста, фруктовый шашлык. Добавлю еще одну виноградину. Готово. Интересно, что делает Молли? Джем готовится не быстро, но есть свои преимущества. Клубника реально вкусная. Окей, теперь наливаем в банку. Осторожно, старайтесь не пролить. Этого достаточно. Закрываем крышкой вот так. Наконец-то. А, да, я и забыл про вас. Это определенно джем. Неплохо, хорошая работа. Вы обе победили. Да, здорово у нас вышло, правда? Не трогай меня. Не так быстро, я первая. Эй, у меня то же самое. Надо сделать зарядку. Итак, кто съест быстрее на старт? Внимание, марш! О, нужно торопиться. Воу, руками нельзя. Возьми что-нибудь вроде этой вилки. О, не проблема. Это труднее, чем я думала. О, еще чуть-чуть. У меня нет вилки, зато есть этот бриллиант. Пс, у меня есть все, что вам нужно. Лучшие столовые приборы из золота. Восхитительно. Я возьму вот это. Приятно иметь с вами дело. А ты что-нибудь купишь? Это слегка за пределами моего бюджета. Какая жалость. Моя еда не заслуживает этой золотой вилки, но я покрашу ее золотой краской. Вау, она реально любит золото. Нужно что-то делать. У меня не дешевые вкусы. Прекрасно. О, это как раз подойдет. Используем нож, чтобы разрезать палочку на две половины. Должно выйти примерно так. Сгодится, хорошо. Поместим небольшой кусок дерева между двумя половинами. Вуаля! Палочки для еды готовы. Совсем другое дело. Классная лапша. Я выигрываю. Нужно ускориться. Да, получилось. Ой, да ладно. О, я вижу пустую тарелку. Это нечестно. Что ж, ты проиграла. Молли, ты побеждаешь в этом раунде. А, Молли? Не могу говорить, рот занят. Ну и видок у тебя. Видите это? Я хочу, чтобы вы приготовили рыбное блюдо. Мне надо позвонить. Алло, мне нужно блюдо дня прямо сейчас. Так быстро. Идеально. Сколько с меня за это? Знаешь, бери все. Ух ты, выглядит аппетитно. Мои комплименты шеф-повару. К счастью, со мной моя удочка. Приступим. А? Моя диадема.
Я что-то поймала. Упс. Пожалуйста. Попробуем еще раз. Эй! Это не рыба. Отпущу их назад в море. Какая красота! Теперь нужно ее приготовить. Вот как это делается у нас дома. Разве не чудный запах? Я горжусь результатом. Ну как тебе это? Воняет. Мне так скучно. Упс. Разные стили. Молли, ты победила. Эмма, ты тоже победитель. А теперь давайте сюда рыбу. У-ху! На чем я сижу? Это я снес? Вам нужно приготовить вкусное блюдо из яиц. Люблю яйца. Вау, Эмма, погляди. Я курица. Какое убожество. Я сейчас вернусь. Лучше займусь макияжем. А? Здесь пусто. Только этого не хватало. Есть идея. Разобью яйца в эту ложку. Нужно отделить белки от желтков. Теперь взобьем белки. Вот так, чтобы все стало белым и пышным. Как раз то, что требовалось. Достану немного этой массы и использую в качестве маски для лица. Моя кожа уже чувствует пользу. Кстати, мне нужно провести денек на спа-курорте. Нельзя забывать об усах. Что? Это просто волшебно. Хотите попробовать? Нет уж. Вы многое упускаете. Думаю, мои яйца готовы. Положу их на доску. И сниму с них скорлупу. Вырежу небольшой кусок из этой соломинки. Вот так, отлично. Теперь бережно вставлю ее в яйцо. Сделаю маленькие надрезы. И сниму верхнюю часть. Желток остался целым. Но его нужно украсить. Это будет невероятно мило. Яйца превратились в цыплят. Осторожно, только б не уронить. Что это у тебя на лице? Та-да! Они смотрятся круто, верно? Настоящий яичный шедевр, Молли. Ты побеждаешь. Что? Ты это слышала? Окей, горизонт чист. Попробуй эту маску. Она мне нужна. С этой работой сплошной стресс. О, да, очень приятно. Из этого выйдет крутой сэндвич. Жестковат. И почему хлеб черствеет? Эй, Молли, лови. Ого, спасибо. Вот это тебе, Эмма. Что мне с ним делать? Он и должен быть таким твердым. Не ломается. Ай! Ну хорошо, теперь это личное. Даже царапины не осталось. Как же мне быть? О, придумала. Немного намочу хлеб. И отправлю его в духовку. Включу духовку и немного подожду. Думаю, можно вынимать. Глядите, что тут у нас. Красивый, мягкий, аппетитный хлеб. Так и хочется его съесть, правда? А? Окуну батон в молоко. Это так прикольно. Вот так. Упс. Как неловко. Попробуйте это. О, давай. Да чего вкусный хлеб. Ты победила. На-на-на-на-на. По крайней мере, у меня есть еда. О, пожалуйста, не тяните. Кому-то надо заплатить штраф. Так трудно решить. Вы приготовили много вкусных блюд. Знаете, разорву эту штуку, можете идти. У-ху! Серьезно, не трогай меня.
Это было настоящее кулинарное приключение. А вы бы смогли победить в наших челленджах? Какие вкусные блюда вы умеете готовить? Напишите в комментариях. Не забудьте поделиться видео с друзьями и подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе всех новинок.